8 июля. Германия. 18:00. Мировые служители апостол Владимир и Виктория Мунтян проведут телекрусейд для Германии с молитвой за разрушение родового проклятия. Твою семью из поколения в поколение преследуют болезни и нищета. Ты страдаешь от одиночества. Затяжная депрессия не дает возможности жить полноценной жизнью. Ты должен знать, что это все является признаком родового проклятия. И только сила Духа Святого способна разрушить это. В этот день родовые демоны рака, туберкулеза, эпилепсии, цирроза, диабета будут полностью изгнаны из твоего родового древа. Бог дарует тебе и твоим родным полное исцеление всех сфер жизни. 8 июля – это день для проявления Божьего чуда в твоей жизни. Информация по телефону